К новому отопительному сезону готовят не только теплоисточники и трубы, но и крыши. Большинство домов – хрущевки в Ближнем Засвияжье, в северной части города. 34 дома ремонтируют на средства городского бюджета. Это около 98 миллионов рублей. Кровли остальных объектов заменят за счет фонда модернизации жилищно-коммунального комплекса. На эти кровель, которые отсутствуют внутренним водосток, выполняются работы с применением утеплителя, что позволит в зимний период не скапливаться снегу на кровле и, соответственно, в летний период не прогревать кровельное покрытие и, соответственно, верхних этажей не будут испытывать жару. Прежде всего, подрядчики вместе с представителями администрации осматривают объект, обговаривают со старшими по домам план будущего ремонта. Дальше с помощью автокрана на крышу поднимают утеплитель, кровельные и другие расходные материалы. Худая крыша не давала спокойно жить жителям дома номер 5 по улице Средний Венец. Теперь о проблеме можно забыть. По словам старшей по дому, сделали все быстро и качественно. Привезли быстренько нам материалы и в течение, наверное, прям вот августа 2-3 недели, и они уже заканчивают. Очень быстро все делают. Ну, неплохо, проверяем мы, конечно. На крышу еще пока не забирались. Вот как-нибудь заберемся, посмотрим. Ремонт пока выполнен не везде. В свою очередь ждут еще 48 домов в разных частях города. Все аукционные мероприятия проведены. Работы по замене кровли должны быть завершены до 31 октября. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.